Дело в том, что мой выжлец, русский гончий, гон, побаивается машины. Ходи, ходи, давай, давай. Место. Молодчина. Более-менее начал садиться. Будет. Сам запрыгивать никуда не денется. Всем привет. В сегодняшнем видео речь пойдет о том, как приучить собаку к машине, чтобы она не боялась, чтобы она чувствовала себя в машине, по крайней мере, не дискомфортно. Если будет себя чувствовать комфортно, то она начнет чудить тут по машине, сидушки рвать, все марать, поэтому она должна чувствовать себя ровно в том месте, где она должна быть, эта собака. Вот я с детства всех своих собак приучаю, что она должна быть на полу, не лазить нигде ни по сидушкам и никак. Дело в том, что мой выжлец, русский гончий, гон, побаивается машины, очень осторожно к ней подходит, дергается обратно, не идет в машину. Я сейчас такую тактику применю. Я положу угощение на сидушку, кусочек небольшой. И когда его в машину посажу, он обнаружит его и с удовольствием съест. Я думаю, эта тактика сработает. Несколько раз я так сделаю, и он начнет понимать, что в машине кайфушечка лежит какая-то, и будет сам туда рваться. Посмотрим, насколько это эффективно. Есть, конечно, разные другие методы. Там на руки взял, занес, посадил и так вот делать. Но я попробую с помощью угощения ради интереса. Самому интересно, как эксперимент. Заодно и вы посмотрите. Ай, молодец. Вот. Садитесь, пожалуйста. Молодец, молодец. О, приехали. Ну вот, я вчера вечером попробовал такую тактику, колбаски положить. Сейчас он уже как пуля заскочил. Едем гулять. Ну вот сейчас перед тем, как уйти на прогулку, положил кусочек колбаски опять. И когда собаку приведу на поводке, буду садить в машину, она опять получит угощение, там найдет. Думаю, должно сработать. По крайней мере, сегодня уже я залетел без проблем. Буди его, буди! Вот еще такой момент воспитания, когда на прогулках я хожу с ним. Я порскаю, как говорят гончатники. То есть какие-то делаю такие возгласы, чтобы собака всегда определяла мое местоположение на слух. То есть если она где-то в полазе, чтобы она знала, что хозяин где-то идет вот рядом, и надо с ним крутиться здесь. У нас есть собаки, с которых палас неуправляемая, она там куда хочет, туда бежит. И ты за ней бежишь километр, два, раз она зайца поднимает. Бежишь, пока туда добежала, наверное, два раза потеряла уже. Все затоптало, ничего не понятно. Короче, с такими собаками очень сложно охотиться. Поэтому батя меня учит, что ты должен сам с гончей по всем корягам везде, чтобы она знала и понимала, как определить, где ты находишься, в каком направлении ты движешься. Вот я иногда хожу порскаю. Буди, буди, буди его, гон, буди! Давай, 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 давай! Ну и заодно это помогает зайцев поднять. Шумно себя ведешь в лесу, он, естественно, быстрее поднимется, чем просто там подкрадываться к нему.
там уже собака свое дело должна знать, встать на след и гонять до той поры, пока ты не добудешь этого зайца. Как говорится, до тараков. Буди его, буди, 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 буди. Ну и конечно же, пока собака еще молодая, периодически тренировки с рогом. Вот по окончанию прогулки взял собаку на поводок, на рог также подманил, иду к машине. В машине его уже ожидает угощение. Сейчас посмотрим, пойдет сам или нет. Дошло или еще нет. Давай, давай. Место. Молодчина. Молодчина. Молодец. Вот она и угощение. Чё ты его опять выплюнул? Ну-ка давай, на. Что ты его не можешь? На, вон, на, вот. На, угощайся, чё ты стесняешься? Бойся, все нормально. Боится всяких разных шумов еще. Но уже садится. Молодец, все, едем домой. Боится, может, дверью, когда хлопаю. Слушаешь, поджал. Но терпение и труд, все перетрут. Уже хотя бы сам заходит, не артачится, никуда не ломится. Раньше я его на руках заносил, сейчас более-менее начал садиться. Будет сам запрыгивать, никуда не денется. Ой, ты нормально, все, что это?